праздничные сюрпризы для случайных прохожих. Молодогвардейцы и депутаты «Единой России» поздравили женщин Первоуральска с праздником весны. Представительницам прекрасного пола дарили цветы, открытки и теплые пожелания. Здравствуйте. Разрешите вас с 8 марта поздравить. Спасибо. Хорошего вам настроения. Спасибо. С праздником. Всего самого доброго. Спасибо. Цветы и добрые пожелания каждой. Молодогвардейцы и депутат Владислав Изотов сегодня останавливают всех женщин, которые гуляют по улицам Космонавтов и Советская. Наталья Уткина перед тем, как сесть за праздничный стол, отправилась с подругой по магазинам, покупала себе подарок. Только подумала, что в дополнение к презенту не хватает цветов, как желание исполнилось. На улице весна, и такая приятная неожиданность. Выходишь из магазина, и тут тебе такой сюрприз. Женщины всегда любят получать цветы, и поэтому это вдвойне приятно, что в праздник еще и цветы. Подарками и добрыми словами народные избранники и молодогвардейцы не ограничиваются. Они также помогают донести тяжелые сумки женщинам и перейти через дорогу тем, кому самостоятельно в силу возраста это сделать тяжело. Люди с улыбкой подмечают, не перевелись еще тимуровцы. Очень неожиданно, но очень приятно. Спасибо огромное. Очень интересная акция, тем более для женщин. Сегодня день такой солнечный, замечательный. Огромное спасибо всем организаторам, инициаторам этой акции. Так уж заведено, к этому празднику депутаты местного отделения партии «Единая Россия» всегда готовятся заранее. Каждый год, всю неделю перед 8 марта, они поздравляют первоуралочек и устраивают для них сюрпризы. Будь то бесплатный кинопоказ или праздничный концерт. На торжественных собраниях, на мероприятиях, в цехах поздравляли, в организациях, в коллективах. 8 марта мы всегда с удовольствием ждем и к нему готовимся. Специально закупаем для этого цветы и вместе с коллегами-депутатами «Единой России» их дарим нашим женщинам. Это не единственный район города, куда народные избранники и активисты молодой гвардии «Единой России» направились с поздравлениями. Дарили цветы и открытки также на улице Ленина и в микрорайоне Талица. Екатерина Кириченко, Никита Нехорошков, Евгений Шилов. Служба народных новостей.